Друзья, сегодняшнее видео вам будет очень полезно. Я вам скажу так, как улучшить вашу сотовую связь на ваших iOS и Android устройствах. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, у нас, как знаете, в Украине ситуация непростая, неспокойная, поэтому будет очень актуально, и давайте я вам покажу, как это сделать. Ну что, друзья, приступим. Нажимаем настройки, сотовая связь, выбор сети. У вас здесь будет активирован ползунок на автоматический, отрубаем, сразу говорю. Может быть, кое-какое время появится. Вот я сейчас дома, у меня связь плохая, но когда я был в городе, я тестил. Смотрите, вот есть такой вот подпункт. У меня три сети светятся, Kyivstar, Life, Vodafone. Выбирая Vodafone, ждете несколько секунд, видите, какая связь. Не очень. Переключаемся на Life, точно так же, ждем несколько секунд, и он покажет, какая у него сеть. Здесь тоже будет не очень, вообще пропадает, но в городе она вообще полная, и это есть хорошо. Поэтому тестируйте и напишите в комментариях, какая у вас сеть больше всего лучше показывает. Еще хочу подметить, что если у вас Kyivstar, к примеру, и вы выберете другую сеть, то у вас, возможно, может не быть интернета. Сотовой сети я имею в виду, так что это имейте в виду. Но если вам нужно позвонить, качественную связь выбираете, а назад потом переключаете, чтобы использовать интернет. Все, друзья, для Android устройств точно так же, в принципе, делается. Вы заходите в настроечки, диспетчер SIM-карт. Все, опускайтесь в самый низ, выбираете ту симку, в принципе, которая у вас активна, сотовые связи, которые у вас доступны, каждую пробуете из них, и какая будет лучшая сотовый сигнал, ту и используйте. Автоматический режим, конечно же, убирайте, потому что будет выбирать именно вашу сеть. Поэтому вы всегда будете в сети, и это есть good. Поэтому, друзья, чтобы не пропускать мои новые видео, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий, или же, может, другой, если у вас вдруг что-то не получилось. Вот, в принципе, как-то так. Также рекомендую вам посетить мой телеграм-канал для заработка. Если вам будет интересно, ссылка в описании под видео, в закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся. Music licensing reimagined.